Добрый день, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на моем канале. И сегодня мы посмотрим еще одну игру, которая называется Construction Machine Simulator 2016. На самом деле мне очень сильно напомнила эта игра Demolition Company, да, мы тоже играли в нее на моем канале. Вот, она мне очень сильно ее напоминает. Вот, ладно, давайте начнем сценарий. На самом деле я уже немножко поиграл в нее, да, посмотрел, ну, управление. Я вам скажу, что она хоть на английском языке, но интуитивно там все понятно и все достаточно легко. У нас вот здесь появляется задание, грубо говоря, да, а здесь мы покупаем новую технику и делаем апгрейд своей старой техники. Вот я уже приобрел, ну, как-то фронтальный погрузчик, да, и приобрел экскаватор. Вот, и сейчас начнется самое интересное. Я еще, честно говоря, не пробовал играть на экскаваторе, но я думаю, что это будет что-то хорошее и очень интересное. И на нашем счету 78 долларов всего лишь, поэтому будем зарабатывать денежки. Так, ну вот, в принципе, задание, да, здесь указывается техника, которая необходима для выполнения вот данного задания. И, соответственно, вознаграждение денежное, которое мы получим в случае выполнения этого задания. Так, поехали. Так, и вот у нас загрузилось наше задание, да, наша стройка. И вот это здание нам как раз-таки нужно разрушить. Делается демонтаж, да, нашим экскаватором. Так, ну давайте приступать. У нас, как в Demolition Company, да, тоже есть такой молоточек, который мы можем разрушать объекты, те, которые, ну, мелкие, да, скажем так, подкорректировать, если нам надо что-нибудь. И вот наш экскаватор. Так. Поднимем немножко ков. Хорошо, поехали. Да, начнется разрушение. У нас уже почему-то повреждена гусеница правая. Странно. У техники есть повреждения, да, мы видим. Вот у нас в данном случае две гусеницы и ковш. И периодически нужно заправлять, если вдруг компания затянулась, да. У нас есть канистра, которую мы можем взять и заправить нашу технику. Также мы ее можем ремонтировать. Вот, но это все потом. Давайте начнем рушить. Так, хорошо. А, управление можно через H посмотреть, да, в принципе, тут все понятно. Вот так вот. И понеслась. Так. Но не сильно легко управляется он, если честно. А, еще у нас есть вид от первого лица. Мы можем тоже, да, смотреть из кабины, в принципе. Давайте попробуем, что так будет проще. Так. Ну, надо, конечно, немножко потренироваться, потому что еще не совсем привык к управлению. Не, давайте вернемся все-таки от такого лица. Ой, хорошо пошло. Вот эти, что у нас идет умножение, да, когда мы постоянно делаем разрушение, это нам потом в качестве бонуса будет, да, уже при оплате, скажем так, заказа. Не хочет что-то. Застрял. Так. В принципе, мы можем нашим погрузчиком, да, тоже рушить, но он не будет так доставать далеко, как экскаватор. Ну давай. Ковш застрял. Хорошо. Ладно, эту стенку потом оставим на потом. Вот так. Хорошо. Так, ну что, остался? Осталось только ты.
Вот немножко уже привыкаю к управлению. В принципе, ничего сложного нету. Так, у нас закончился бензин, да? Мы видим, значок у нас появился. Надо идти за канистры. Где наша канистра? Берем канистрочку. Ну, в данном случае, я думаю, солярка там используется. Так, все, нам надо подъехать поближе туда. Давайте его немножко развернем. Так, хорошо. Повредили мы гусеницу опять. Что-то у нас не везет с этой гусеницей. Так. X8, наверное. X10. Ну, на самом деле, рушить не строит, да? Вот, но в Demolition Company у нас была еще такая возможность, как взрывать объекты взрывчаткой. Вот, я не знаю, будет реализована здесь такая функция, да? Ну, очень бы надеялся на это. Вообще, как бы в описании сказано о том, что мы не только рушим здание, да, но еще и строим какие-то объекты. Ну, понятное дело, что я еще не дошел до этого. Но я думаю, мы с вами увидим это. Так. Давай, давай, поехали. Что-то у него соляркой вон быстро заканчивается. Ну, давай, пролезешь. Пролез. Так, осталось последний кусок здания. И начинаем. Вау! Игра, кстати, очень хорошо оптимизирована, но по большому счету тут и ресурс, это небольшая строительная площадка, да? Поэтому я думаю, у многих она будет идти на максимальных настройках. Хорошо. Так. У меня опять закончился бензин. Так, у нас нет канистр тут. Придется туда бежать. Так, хорошо. Ну вот эти мелкие фрагменты как бы здания мы уже будем сами тогда нашим молоточком лупить. Так, заправили. Хорошо. Так, давайте выпрямим. Вот туда. Отлично. Блин, опять застрял. О. Ну, можно сказать, что мы его почти разрушили. Сейчас добьем врага. Так, я думаю, что нам, наверное, стоит переехать немного. Ибо мы не достаем до крайней, да, точки. Так, давайте отъедем. Ну, эти мелкие куски мы тогда... Все, повредили мы гусеницу, да? И теперь нам надо ее отремонтировать. У нас есть гаечный ключ. Вот такой вот. Сейчас попробуем что-нибудь сделать. Вот таким вот образом происходит ремонт. Так, все, отремонтировали.
Хорошо. Переключаемся на ковш и продолжаем. X16, друзья, был. Я надеюсь, вы это видели. Мы уже бонусных очков заработали больше, чем нам... Ну, почти. Столько же, сколько нам за основное задание. Нет, 500 очков. Основное, по-моему, 2000 было. Так, ну, в принципе, все. Остальное мы можем молоточком подчистить. Так, давайте его в сторонку отведем. Пускай он тут стоит, чтоб он не мешал. Потому что у нас еще будет вторая часть задания, да, где нам надо будет вот эти вот, типа, лепешки, да, коровьи разрушить. А, кстати, у нас выполнено уже, получается, это задание. Мы можем уже до конца не рушить. Ну, что-то мне подсказывает, что я хочу это сделать. Так, ну и вон там он еще. Добьем. О, хорошо. Так, ну и переходим ко второй нашей технике. Ой. И будем разбивать эти лепешки. Они прям ковшом вот так вот рушатся. Уничтожить нам надо таких лепешек 55 штук. Если мы, получается... ну, какой-то у нас очередность разрушения этих лепешек, да, то, соответственно, нам тоже дают бонус. И чем больше мы подряд разрушим, тем больше нам, соответственно, денег выплатят. Так. Тридцать две мы разрушили. Так, хорошо. Ну и осталось уже совсем чуть-чуть. Хорошо. 51. Вот еще одна. Ладно, там еще есть лепешек. Там еще много. Давайте туда поедем сразу. Все, мы выполнили это задание. Теперь, я так понимаю, нам нужно наш экскаватор поставить в точку. В кружочек, точнее, да? И нам, я чувствую, не хватит бензина-то. Да. И нам не хватило. Хорошо, сейчас заправим. Продолжим движение. Так, хорошо. Все, миссия выполнена. 2000 нам дали основного задания и 500 долларов бонуса, да, и 150 мы заплатили за заправку нашего экскаватора. Так, хорошо. Так, ну мы выполнили задание, да, и у нас, соответственно, должно появиться какое-то новое. Так, это мы уже выполняли. Вот у нас новое задание. Тоже демонтаж, да, какого-то здания нужно сделать. Угу. 3000 нам дают за это. Давайте посмотрим. Так, как вот это, я не думаю, что его нужно рушить. Столбики, металлические столбики. Ладно, давайте приступать. Нам, кстати, эти столбики надо разрушить. Давайте мы на нашем погрузчике сделаем это. Хорошо. Бэмс, бэмс, бэмс. Ой. Вот, кстати, что нам надо было разрушить.
Так. И все столбики мы разрушили. Осталось у нас два, я вижу, да, еще. Так. Все, это мы выполнили. Хорошо, давайте его уберем куда-нибудь в сторонку. И возьмемся за разрушение здания на нашем экскаваторе. На самом деле управление довольно простое, как бы, ну, все равно надо немножко привыкнуть, конечно. Но ничего сложного нет. Давайте будем сверху. Прям сверху бить. Попробуем разрушить его. Так, переключаемся. Ничего не вижу. Что-то не хочет он рушить. Так. Надо с разгону. Так, мы сейчас сделаем, повернем ковш таким образом, чтобы... О! Хорошо. Так. Вот так вот. Я думаю, так будет намного лучше. Так, подъезжаем. Ух! Хорошо. В принципе, можно было и фронтальным погрузчиком, да, уничтожить. Но он просто бы не достал бы, ну, до самого верха. Так, хорошо. Долбаем так, дых. Как-то надо, наверное, мешает. Хорош. Вот тут уже чуть-чуть осталось добить. Так, кончился бензин. Ну, здание почти мы разрушили, да, у нас осталось совсем чуть-чуть. И мы выполним это задание. Так. Давайте, наверное, еще чуть-чуть подъедем. Что-то застрял. Ну, давай же ты. Хорош. Вот так вот. Застрял наш экскаватор. Как он мог застрять? О, неужели? Все, выполнили, да, наше задание. Бики, да. Вот их 20 штучек, наверное. Сейчас проверим.
Так. Это как бы убрать мусор за собой, что ли? Что-то не убирает. Или это кирпичи надо, может, кирпичи? Да. Прикольно. Кирпичи. Ну, как бы мы, получается, разрушили здание, да, и, соответственно, сейчас убираем за собой. Ну, это логично. Это правильно. Так, мешает нам кусок стены. Вот так вот. И, соответственно, собираем весь мусор в определенную область. Все, прошли мы. Дали нам 3152 бонуса. Ну что, на этом мы закончим, дорогие друзья. Я думаю, что мы обязательно продолжим. Посмотрим, какая техника еще есть в этой игре, да. Опять же, есть же взрывчатка или нету, да? Сможем мы ей пользоваться или нет? Ну и, соответственно, какие же здания? Мне вот интересно, каким образом мы будем строить. Вот. Ну, все, увидимся в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.